Этот небольшой выгибной столик находится в историко-мемориальном центре музея Гончарова в постоянной экспозиции «Комната матери». Его еще называли «бобик», потому что столешница напоминает форму бобового зерна. Чаще всего столики делали из красного дерева, иногда столешницы были из мрамора. В России они появились в конце 18 века. Мода на эти столики пришла из Франции и Англии. В 19 веке они были распространены во многих домах симбирян. Как правило, его покупали на заказ в столице или за границей. Столик бобик считался женским, поскольку его использовали для рукоделия. Исторически форма была разработана в то время, когда женщины облачались в пышные платья, и попытка присесть у стола составляла определенную сложность. Пышные наряды ушли в прошлое, а изящество форм осталось. Стол не имеет тяжелых встроенных тумб, поэтому выглядит очень воздушно и романтично. Это также еще и практично. За пространством под ним и вокруг него легко ухаживать. Пыль легко выметается, а упавшие листы и предметы моментально находятся. Его использовали и не по назначению, в качестве туалетного столика.